Всем привет, с вами я, Видус, и это мое новое видео, да. Несмотря на то, что я болею и совершенно сильно, вчера у меня была температура 39,7, но тем не менее я снимаю для вас видео, потому что в основном сейчас выходят влоги, а я знаю, что вы любите тематические видео, поэтому это тематическое видео. А точнее, это фавориты за январь, потому что... Январь уже скоро закончится, и я, как всегда, забуду снять видео фаворитов, поэтому пока я вспомнила, я сниму вам это видео, потому что, ну, уже больше ничего, никаких фаворитов не добавится, потому что мои фавориты появляются где-то с начала месяца или с середины, но никак не в конце. Начать я хочу с разных приложений, игр для компьютеров, телефонов и так далее. Первое приложение, которое я вам хочу рассказать, это приложение Акинатор для телефона. Я очень люблю это приложение, потому что там такой чувачок, типа джин, угадывает, какого персонажа вы загадали и так далее. Мне очень нравится, потому что на самом деле это очень сложно, а это возможно, видимо. Да. Очень нравится это приложение, я его скачала... где-то в середине января, и уже целыми днями играю в это приложение. Особенно, когда куда-либо еду. Ну, а это приложение, точнее, игру на компьютер, вы уже слышите в каждом видео моих фаворитов. Это Sims 3 и Sims 4. Кстати, для тех, кто спрашивал, я больше люблю Sims 3, так как у него на данный момент больше дополнений, и мне Sims 3 интересней. Не знаю почему. Но у меня есть и тот со всеми дополнениями. Но все-таки я выберу Sims 3. И весь январь я играла, играю и буду продолжать играть в Sims 3. Ну, а такие приложения, как ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Перископ, Скайп, я думаю, даже называть не нужно, потому что вы знаете, что я заседаю в них все свои дни жизни. Ладно, пойдем дальше. Теперь я покажу вам, собственно, вещи. Начну я с разных аксессуаров. Первое – это вот такое вот колечко. Оно появилось у меня вчера, мне его подарила мама. И это кольцо для меня очень дорого, потому что это обручальное кольцо моей мамы. Да, и просто такое вот обычное колечко. Моя мама любит простые обручальные кольца, без всяких там алмазиков вот этих. Вот, самое обычное кольцо. Просто обручальное. Оно из золота и... Оно очень красиво, точно смотрится на моей руке. А вот, к сожалению, на вот этих трех пальчиках я носить это кольцо не могу, так как оно с меня спадывает. Хотя я люблю носить кольца вот на безымянном и среднем пальце. Но это кольцо я ношу либо на указательном, либо на большом. В основном на указательном. Потому что это единственные два пальца, с которых кольцо не спадывает. Потому что кольцо немножко большое. И не надо спрашивать, почему бы я ношу обручальное кольцо своей мамы. Это наше личное. Итак, следующий аксессуар. И, в принципе, это последний. Это вот такой кулон. Я его носила почему-то не на цепочке. Мне нравится носить вот такой вот силиконово-резиновой веревочке черной. С такой вот застежечкой. Вот такой вот кулон. Это очень простой кулон, потому что вообще я... Очень люблю минимализм, и вот. Такой вот кулон, это просто такой цветочек с дырочками, и он еще вот с такой вещью, которая называется звездочка. Посерединке звездочка. Я не знаю, куда пропал фокус, сорьки. Ну, в общем, вы поняли, как оно выглядит. Вот, я очень часто носила его, практически все дни января. Теперь поговорим об уходе за собой. Это будет крем и расческа, о которых я вам сейчас расскажу подробнее. Начну я с крема. Это самый обычный крем детский. Самый обычный детский крем. Самый обычный. Это один из самых дешевых кремов. И я его очень люблю. Больше, чаще всего использовала его в январе. Вот, он абсолютно без запаха, белый. Для детишек. Потому что этот крем достаточно жирный, но ты не чувствуешь его жирности. Тебе приятно им пользоваться, и он очень хорошо увлажняет кожу. Это универсальный крем с витамином А, F и экстрактом ромашки.
Крем использовала как для тела, так для лица, так и для рук. Теперь о расческе. Эту расческу мне еще в 4 классе, то есть это еще в 5, подарили в школе. Вот. И я этой расческой очень долгое время не пользовалась. Она мне не нравилась и все такое. Но совершенно недавно, в начале января, я откопала где-то эту расческу и поняла, что эта расческа реально классная. Она с таким очень красивым изображением. Здесь ангел сидит где-то, короче, в лесочке. Здесь вот такие вот всякие красивые бантики, цветочки. Очень красиво. Вот. Сама расческа идет деревянная, вот. Это идет деревянная массажерка, массажная деревянная расческа. Такая расческа идет полезнее всех для волос, и она ни капли не травмирует ваши волосы. Тем самым хорошо их расчесывает. Очень полезны вот такие вот массажерные расчески с деревянными зубчиками. Очень классная расческа, пользуюсь ей весь январь и, наверное, буду пользоваться ей весь 2016 год. Посмотрим. Ароматы, ароматы, ароматы. Как же любая девочка, женщина и девушка без духов? Серьезно. Если раньше я всегда показывала вам вот эти свои духи, которые до сих пор, вот они, их много еще, то в этом видео я хочу поговорить немножечко о других духах. Это было двое духов, и они у меня появились в январе. Мне их подарили на Новый год, на Старый Новый год. Вот эти двое духов, и поговорим вот об этих. Эти духи от Из Эйвон Фэби называются они. А мне очень понравился этот аромат. Эти духи мне подарила моя бабушка. Эти духи стоили 2500. В принципе, для этих духов это немного, но это достаточно большая, по мне, сумма для какого-то бутылька с приятным запахом. Но этот запах действительно стоит этих денег, и я очень рада, что бабушка подарила мне это на Старый Новый год. Я была очень рада, духи очень классные, и я не знаю, сколько раз в этом видео я их уже понюхала, но я готова нюхать их просто вечно. Запах такой сладко-свежий. Я очень люблю запах, который и не сладкий, но и не свежий, такие вот сладко-свежие. Хотя я вам говорила, что люблю свежие запахи, но когда сладкий смешан со свежим, тоже круто. Эти духи мне подарила моя мама на Рождество. Это духи by Coco Chanel. И эти духи стоили, отгадайте сколько? 4 300. 4000 за вот эти вот духи. Я, когда узнала цену, я просто очень сошла с ума, что, блин, капец, духи. У меня никогда не было таких дорогих духов. Самые дорогие духи, которые у меня были, не считая вот этих вот, это были за 1500, за 1500. А вот эти стоят 4500. Ой, 4300, сорки. Мне они очень понравились, хоть у них такой сладенький запах, но это очень приятный сладкий запах, он ненавязчивый и от него не начинает тошнить, как это бывает от многих сладких запахов. Вот так вот здесь написано Coco Chanel by Coco. Также написано Coco здесь. Так, видно мой телефон, сорки. Также тут есть такой бантик. Мне очень понравились духи. Большое тебе спасибо, мама. Я не ожидала сейчас такого подарка. И эти духи просто-просто фаворит, фаворит всех моих годов. Теперь о лаках для ногтей. Это был такой вот один лак для ногтей от фирмы Silvada. Такой вот. Это прозрачный лак с небольшим прозрачным оттенком белого и с белыми блестками серебряную крапинку. Лак сейчас у меня на ногтях, и он мне очень нравится. С ним я хожу как-то повседневку, так и в школу, и ногти выглядят очень красиво и ухоженно. Он идет в оттенке 70. Сильвада, оттенок 70. Теперь поговорим о косметике. Я вам покажу всего 3 продукта, и да, они выглядят вот так. Давайте начнем.
Первое, что мы практически не затронем, это вот такая вот штучка из Орифлейма, чтобы замазывать прыщи. Он у меня уже достаточно давно, мне его надолго хватает. И именно про него в каком-то из видео я вам говорила, что я настолько рукожоп, что я шла по улице, хотела замазать прыщ, я грохнулась, и вот это прям на вас свалит. Поэтому не обращайте внимания на то, что эта хрень сломанная. Вот, она сломана, короче, сорки. Вот эта вот сторона бежевая для того, чтобы замазать прыщи, а эта зеленая для того, чтобы их лечить и чтобы они, короче, исчезали. Очень полезная вещь для меня, особенно зимой, потому что зимой мне постоянно выскакивают какие-то прыщи, йоколы, шмоне. Дальше идет вот такой вот гель для губ. Именно не блеск, не помада, а гель для губ. У меня это с клубничкой такой. Вот такой вот гель. Я думаю, у многих такие были. У меня это идет липглоссер из Ритуаля. С таким шариком. Я знаю, что раньше такие продавались в фикс прайсе, но там были подделки липглоссера. А я покупала в Ритуале, и это реально настоящий. Короче. Его осталось уже мало, ну как, настолько много я использовала, как бы достаточно. Вот. Он очень приятно пахнет и очень хорошо смотрится на губах. То есть у тебя на губах как бы ничего нет, но губы очень объемные, красивые и блестят. Ну и последнее, что вы сегодня увидите, потому что про одежду я всегда снимаю отдельное видео фавориты за месяц. Я не уверена, что будут фавориты одежды за январь, но посмотрим. Короче, это вот такая вот палетка теней от Avon, да, вот такая вот уже потрепанная очень коробка, сорьки. Вот, значит, тут идет 4 оттенка теней, мы сейчас с вами их посмотрим. Здесь идут тени для век и также оттеночек для бровей. То есть, по сути, вообще-то вот в этой палетке должно быть только 3 оттенка для моих век. Но также здесь вот эта новогодняя коллекция, в эту палетку... В новогоднюю коллекцию этих палеток добавили один оттенок, который по номерам 4 для бровей. То есть тени для бровей. Я очень давно хотела тени для бровей, но я не знала, как это удобно, красиво и вообще. И вот теперь я попробовала, мне очень понравилось, поэтому давайте откроем и посмотрим. Палетка очень красивая. Значит, вот так вот выглядит палеточка Avon. Здесь мы нажимаем вот такую кнопочку. Вот, здесь написано, что для век, и вот приписали для бровей. Тут есть вот такая вот кнопочка. Вот она. Вы ее нажимаете и тянете. Сейчас я закрою зеркало. Значит, здесь вот такая была кисточка. Вот это вот... Сейчас я получше покажу. Эта часть для нанесения на брови. А вот это для нанесения на веки и растушевывания бровей. Теперь закрою зеркало и покажу. Вот такая палетка. Значит, вот это, вот эти вот три цвета. Такой вот золотистый, бежебеловый и такой красно-коричневатый. Они для того, что называется веки. То есть они для век. А вот этот такой вот коричневый темненький цвет. Он для бровей. Но, в принципе, у кого брови белые, то есть они могут использовать, думаю, вот этот цвет. Рыженький этот. А вот этот могут использовать, у кого брови такие рыжекрасноватые. Вот. Кстати, я раскрыла секрет, как я снимаю. Привет, мой телефон. Ладно. Я очень довольна была этими тенями. Мне их также подарила мама. Мне подарила их мама на Новый год. И я очень довольна. Да. Это было все мое видео. Я надеюсь, что тебе понравились мои... лайки за январь. Если это так, то ставь пальчик вверх, подписывайся на мой канал. Я всех вас очень люблю. Пока-пока. С вами была ваша Видус.